Добрый вечер. Милые, уважаемые, дорогие. Знаете, я так подумала, надо хоть один раз в жизни собрать своих талантливых коллег, дорогих друзей, товарищей, посмотреть друг на друга, улыбнуться, повосхищаться, вспомнить что-то, что-то и забыть. Спасибо вам за то, что вы пришли. Я счастлива. В общем, короче, я... Ну, то, что я мечтала быть актрисой, это понятно, это многие мечтали. У меня было в жизни, в том детстве, две мечты, которые я никогда не озвучивала. Я мечтала быть царицей или петь в ресторане. Мне сегодня так больно. Взоры, слезы туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось и тревожно забилось. Как тревожно забилось, если можешь, прости. Встретились мы в баре ресторана, как мне знакомы твои черты. Где же ты теперь, моя Татьяна, моя любовь, наши прежние мечты? Татьяна, добрый вечер. Вспомни дни золотые, добрый вечер. Кусты сирени, добрый вечер. Цвет знакомых синих глаз. Татьяна, вспомни ночи былые. Свою головку, добрый вечер, ты склонила меня на грудь. Упали косы, пушистые, густые. Ла-ра-ра-ра, 1946 год. Мне 11. В нашей великой победившей стране очередной суровый голод. Я бегу из школы домой, где меня ждет папа с баяном. Давай, дочурка, давай чу ко мне, клюкока богинька, нас уже клиентура ждет. И мы бежим с папой на наш знаменитый Харьковский Благовещенский базар. Бежим по тропинкам, которые сквозь остовы разрушенных домов в моем любимом разрушенном Харькове. Бежим через речку Лопань, но не через мост. Мостов не было. До 11 лет я не знала, что такое мост. Они были взорваны. Бежим через покладкам, по деревянным кладкам на столбах. И мы бежим через самый вкусный ряды. Вкусные ряды, там, где пахнет огурцами, капустой, хлебом, пирожками. И тут есть, есть, хочется есть. И бежим дальше, дальше, дальше. Там, где пивнушки, там, где забегаловки, там, где наша клиентура. Клиентура – это израненные солдаты, которые находят такую работу быстренькую на базаре. Ну, работы не было. Кому нужны баянисты, кому нужны массовики, мои родители. И вот так промышляли, как могли. И вот они сидели, выпивали после работы и ждали, когда придет баянист со своей дочкой, которая будет петь на разрыв со слезами, с женской взрослой жестикуляцией.
будет петь патриотические песни, будет петь за Родину, за Сталина, а потом любовная лирика. И вот так, как ни странно, но зиму как-то прожили, зиму, знаете, ничего, голодную зиму работали с папой. В то время я мечтала петь в ресторане. У нас на главной улице Сумской открылся первый ресторан. Уже были, так сказать, уже и какие-то там свет горел, и лампочки, и какие-то интересные скатерти довоенные, разномастные. И там были купидоны и фикусы. За столиками почти не было женщин, одни мужчины, потому что все приходили слушать певицу. Это была женщина лет 28. Мы повторили с художником костюм, прическу. Она проходила прямо вот так сквозь зал. Сцены не было, так, немножко приступочки такие. Она проходила и говорила: «Справа подано!» И уже хочешь или не хочешь, но все, так сказать, проверяли все, что у них там в карманах есть. Я это дело усекла и пела весь ее репертуар. Тогда в самую моду, вошел, так сказать, момент мелодикламации, то есть публика, народ, люди, безвестные авторы писали свои стихи, писали свои поэмы на известные мелодии. Идите сюда. Она начинала свое выступление с тем, что кушать. То есть справа подано, кушать хочется. Это я просто так сейчас. Потому что мне всегда кушать хочется. Мелодикламация. Лирика драматическая. На известную мелодию песни «Давай закурим, пожалуйста». Как-то на вокзале молча мы стояли, будто мы попали в сказку или сон. У билетной кассы в затемненном зале кто-то пел чудесно под аккордеон. И когда умолкла ария Надира, мы спросили, кто он, этот молодец. Нам ответил рядом голос пассажира: «Вот он, гимнастерки, раненый боец, обыкновенный русский человек. Как их у нас в России миллионы, обыкновенный русский человек, надевший молча каску и погоны, любитель петь, шутник неугомонный, обыкновенный русский человек, товарищи». Вот так. Спасибо, товарищи. Спасибо. 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 Справа подано. Спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо. Вот почему хотелось петь. Спасибо. Спасибо. Вот почему хотелось петь. Не искупитесь, товарищи. Вот почему хотелось петь в ресторане. Шуршит, шуршит. А если шуршит, значит, можно покушать. А если покушать, актер, он же хорошо выглядит. И глаза блестят. У него блестят, значит, и у вас блестят. И значит, у него есть силы. Вам еще ничего не дали? По-братски поделимся. Наш концерт, наша встреча продолжается. И сейчас на сцену выйдет маэстро Константин Кремец. Прощай, 20-й, встретимся в 2005 году. Добрый вечер, какой праздничек, идите мы с этой работы.
вашего бала. Здравствуйте, вы все прекрасные, я вас люблю. Мне так легко быть с вами знакомой столько лет. Спасибо вам, друзья, за жизнь мою. И в этот час я чувствую, счастье правит моей душой. Прошлое нам не в счет. Выпьем, друзья, еще за наши славные годы. Там, где добро нет, музыка так настоящая, моя любовь. Пусть будет так, как хочется. Весна не кончится, пока в душе горит огонь. А он горит, и дай нам Бог всего самого лучшего. Мечтать, влюбляться и творить. Я уже знаю, что жизнь бывает разная, порой прекрасная, порою нет. И даже если вдруг мое сердце ранили, пусть повышается иммунитет. И непременно, выйдя на сцену, растает вся печаль. Мы ведь живем сейчас, так стоит ли замечать обиды? Так несерьезны, Бог с ними пьем за здравие. И поднимаю я бокал за вас. И пусть все будет так, как хочется. Весна не кончится, пока в душе горит огонь. Весна не кончится, пока в душе горит огонь. А он горит, и дай нам Бог всего самого лучшего. Мечтать, влюбляться и творить. Дамы и господа, позвольте приветствовать вас на торжественном заседании, посвященном юбилею великой актрисы Людмилы... А почему не певицы? Не танцовщицы? Почему нельзя просто поздравить красивую женщину, удивительного человека, а? Я как младший товарищ вас спрашиваю. Не, ну в принципе можно, конечно, почему нет? Можно и без клише обойтись. Вы имеете в виду и вспомнить фильмы. Фильмы «Карнавальную ночь». Давайте начнем хотя бы с этого. Потому что это начало пути. Откуда вы знаете? Что вы знаете о ней? Уперлись в эту «Карнавальную ночь». Вы дамы и господа, спросите. Совершенно очевидно, нужен тамада. А тамадой может быть только настоящий грузин. Ну а что же делать нам, не настоящим грузинам? Или настоящим не грузинам, что делать, я хочу понять. Внимать с восторгом народному артисту СССР Зурабу Саткилава. Зураб Саткилава. Ma che mi importa se il mondo si muore.
нами d'amore. Лучших слов я не выдумал сегодня вечером. Конечно, правда. Обожанием, с огромной любовью к вам. Будьте счастливы, будьте здоровы. Спасибо. Михаил Михайлович Жванецкий! Спасибо, друзья, за аплодисмент. А Людмила Марковна только что очень хорошо показала то время, которое я прекрасно помню. Это, к сожалению, конечно, к сожалению. Что там помнить-то? Ну, помню. Вот этих всех инвалидов, этих раненых, эту войну, это пение после... Где вы, Людмила Марковна? Пение после войны, пение во время войны. Людмила Марковна! Она как вошла в наши души в 50-х, так все ворочается, все больше места занимает. Какая грусть, а какой юмор, Господи! Если б только она могла смеяться. Красавица и юмор несовместимы, она боится морщин. Жванецкий, ху-ху-ху-ху, отойдите, ху-ху-ху-ху. Мне вас нельзя слушать. Ху-ху-ху-ху. Куриная попка. Только у нее по этим жутким гримасам я узнаю, что пишу смешно. От остальных тупое недоумение. У нас актер больше, чем артист. Он живет с нами. Вы помните, артист, который играл Гитлера, никогда не мог стать народным артистом Советского Союза, лауреатом сталинского... Гитлер и все. На всю жизнь. Бабочкин, Чапаев, Каневский, Томин. Басилашвили всегда из-за границы с аккордеоном. А Люся Гурченко всегда брошена каждым. И всегда не замужем. А у нас как? Конечный результат всей женской деятельности – постель. И она на экране такая забацанная женщина. На всех экранах такая любимая, такая народная. И всех уговаривает на себе жениться. Это при ее-то фигуре. И поет, и танцует, лишь бы взяли. На всех курортах все мужики встречают ее. Одинокую, с деньгами, квартирой в фартуке. «Ну давай уже, Люда!» – шепчет народ. «Ну давай уже!» «Такая баба ядреная! Ее ж пожиже развести, на 10 мужиков хватит!» «А в следующий
следующей картине опять одна. И даже в сериале с этим талантливым подоконником Нагиевым. Опять одна. Ну, он действительно талантливый, я его видел. Извините за это сравнение, но все равно это хорошо сказано. Значит, все правильно говорит народ. Значит, классная тетка, умница. Нахрена ей эта бодяга портки стирать, заначки разыскивать, чужой перегар разгонять. Главное, братцы, она ж больше любого мужика имеет, говорит народ. Нахрена ей этот дилижанс? Наш мужик никогда не жил хорошо и уже не хочет начинать. Что он ей принесет? Он же сам у себя украдет половину по дороге. Одно яйцо снесет, одно заначит. И даже если не алкоголик, то зарядку небольшую все равно каждый день себе дает. Да она ж за вот эту одну арию, говорит народ, 5 минут. За одну арию 5 минут столько имеет. Ну, сколько она поет 5 минут? Ну, 3 минуты максимум. Так она ж за 3 минуты оденет любого вот этого в безрукавке с галстуком и в пиджаках. А так накормит. Ну, ты же видел, что она ему в тюрьму возила. А если она вечер даст в зале «Россия», ему ж 100 ночей не хватит рассчитаться. Не, ребята, она все правильно считала. Всех нас не прокормишь. А лично для себя, говорит народ, так любой культурист, вот это наглядное пособие по мужскому устройству, за честь сочтет в ногах у ней мурлыкать. Она уже вот это жоу поет с этим Борей жоу. Ну, Боря так спокойный. Это он днем шумный. А так он спокойный. Она с ним поет это жоу. Вообще сейчас умная баба не редкость. Умный мужик в нашей стране гнездиться перестал. Часть выбили, часть вымерла мужиков. Часть в эмиграции, часть в коммерции, часть в импотенции. И оттуда машут: прощайте, бабоньки. А тетки покрутились. И давай себе сами искать, кто бизнес, кто мужской стриптиз. А кто мужа на внутреннесемейном содержании? Он там у нее в семье оформлен, допустим, факсом. Или автоответчиком. Приходи, живи, пока платят. Для слабых мужских мозгов это ничего. У нее же своя фирма Гурченко и все-все-все. Также жизнь свою, говорит народ, она распределила правильно. А что касаемо таланта, то она какая она захочет. И ты у себя в 6-м ряду, 14-е место, будешь таким, каким она захочет. Таким, как она скажет, ты и будешь. А она скажет, обязательно скажет. Михаил Жванецкий. Браво! Браво! Спасибо большое. Дамы и господа. Нани Бригвадзе. Она касалась елочной игрушкой в оригинальной шубке с песой. Красивый ротик, маленькие ручки, такой изящной феи чудных снов. Она казалась розовой пушинкой, когда мы повстречались на катке. Она в ту ночь приснилась мне снежинкой, снегурочкой, волшебницей во сне. Я страдал, я просил,
о любви ее молить. Моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез, моя снегурочка, моя кристальная, к твоим ногам я бы жизнь принес. И вот свершилось, ты уже чужая, и ты ушла теперь уже совсем. О, как же плакала я, девочка родная, зачем так сделала, зачем? Тебе мое последнее желание, пусть любит другой, как я любила тебя. Тебе я шлю последнее прощание, кончаю жизнь, снегурочку любя. Он страдал, умирал, умирая, прощай, снежинка, прощай, пушинка, моя царица, царица грез, прощай, снегурочка, моя кристальная, к твоим ногам я жизнь принес. Браво. На небеглазе. Вы знаете, Нани Бригвадзе, нам было года по 22. Не так давно. Прилетело, не заметили. Тбилиси. Меня пригласили, значит, в ансамбль «Реро». И вдруг на сцену вышла Нани. Она меня увидела и разочаровалась. Наверняка. Вышла юная красавица. Да. Степенная, спокойная, собранная, мудрая. Я думаю, боже мой, Люся, Люся, вот тебе что, вот какой ты должна быть, что у тебя там всегда шило, шило. Ну, поскольку наша страна была закрыта со всех сторон, к нам долетали иностранные мелодии, но их петь было нельзя, потому умные, тонкие люди писали русские стихи, русские тексты на, так сказать, западные мелодии популярные. «Воляре», «Воляре». Помнишь, ты пела? Сейчас, подожди, одну минуточку, я тебя сейчас разочарую. Прости. Наня, сейчас ты очень хорошо говоришь на русском языке. Тогда же это звучало так. Облака чайку белой кружит в небесах, искры, как жемчуг, сверкают в волосах. Ну и так далее, и так далее. Особенно мне нравился. Воля, да, да, нет.
А в душе моей тихо, тепло и светло, дорогой, хороший мой друг. Это сделали ясный твой взгляд и тепло твоих рук. Вот от твоих рук я умирала, понимаете, так не по-русски, так не по-харьковски, понимаете. Я попала в другую страну, я попала в другую атмосферу, в другую природу, в другой ритм. Я умирала от Тбилиси, я умирала от грузин, я умирала от языка, я умирала от музыки, которая не нужна, не нужен текст. Там 8 человек сразу, раскор. Ах. Эти запахи, над курой эти дома. Думаю, как они там и не падают. Боже мой, эти серные бани, в которые мне трут. И все трется и трется. Хоть моешься, что-то трется, понимаешь? Говорят, что это так и надо. Это фуникулер, в котором видна, весь Тбилиси виден. Этот Чебукиани, Ботелло. И так высоко. И над всем моей жизни Нани Брегвадзе. Что можно сказать о женщине, которую любишь 50 лет? Извини, Люся. Извини. Я невольно выдал ее возраст. Что я могу о ней сказать? Я могу сказать только одно, что женщины приедаются быстро, а любовь к Люсе не приедается. Она продолжает меня восхищать, я ее обожаю, удивляюсь, восхищаюсь, преклоняюсь, потому что мы работали вместе, и я просто очень хорошо ее знаю. Это невероятный человек, невероятно талантливый, невероятно любящий свою профессию, свое дело. Она актриса до мозга костей. Но дело не в этом. Дело в том, что она потрясающий друг и потрясающий товарищ. И мы, к сожалению, не так часто встречаемся, но каждый из нас знает, что рядом где-то живет друг, и если понадобится, он придет на помощь. Она знает, что я к ней приду на помощь, и я знаю, что она ко мне придет на помощь. Я не знаю, существует... Говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Уверяю вас, это неправда. Потому что мы с Люсей действительно самые настоящие, близкие, дорогие, прекрасные друзья. Я тебя люблю. Пятьдесят лет – это большой срок, ребята. И мы его выдержали. Спасибо тебе, Люся. Спасибо. Олег Басилашвили. Люсенька, я тебя люблю. Я тебе этого не сказал, когда мы снимали картину. То есть на экране ты говорил. А вот так – нет. Ты даже мне обиделась. А я просто стеснялся. Понимаешь? Я тебе приготовил небольшой подарок. Это лубок 1859 года, еще до отмены крепостного права, где высмеиваются модники, модницы, так сказать. И по этому лубку видно, как наши соотечественники были в свое время капризны, так же, как и мы сейчас. Они были консервативны, потому что мода изменчива. Она меняется под влиянием вкусов людей. Сегодня одна, завтра другая. Но вот мода на тебя, Люсенька, любовь к тебе никогда не пройдет, потому что ты всегда Люся Гурченко, любимая всеми. Я могу добавить только одно. Ты замечательная. Ты уникальная. Ты хорошая. Ты прекрасна. Я вспомнил просто этот самый наш вокзал, Витебский и Рижский. Все наши с тобой там мучения и радости. Все, что связано с Эльдаром Александровичем и с тобой, во мне всколыхнулось. Я вспомнил просто маленький стишок у Иосифа Уткина. Вот он так звучит. Двое громко говорили, расставались и корили. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжаю в Ленинград. Ха, как я рад. Как я рад. Дело было на вокзале. Дело было этим летом. Все решили, все сказали. Были куплены билеты. Паровоз ему по пояс бил копытом на пути.
голубой курьерский поезд вот-вот должен отойти. Но когда чудак в фуражке поднял маленький флажок, паровоз пустил барашки, светофор огонь зажег. Но когда 12:20 бьют часы, один, другой, надо было расставаться. Дорогая, дорогой, я плохая, я плохой, я не еду в Ленинград. Как я рада, как я рад. Я тебя люблю. Я при всех это говорю, чтоб все знали. Поздно, правда. Но ничего. Глядя на меня, поздно, на тебя нет. Спасибо. Самые последние мои друзья, самые молодые ленинградцы. Олейников и Стоянов. Гребели давно наши медные трубы, и осталось от труб только еж твою медь, только Люся еще. Мы немножечко любим это чувство, как грелка, должно нас согреть. Что ж такое, ну прямо не верится, братцы, разве время по-разному в мире течет? Мы становимся старше, а Люське 17, мы скрипим, как телеги, а Люська поет. Мы страдаем от подарка ревматизма и любви. И мечтаем с ней поехать, в Петербург. Тут нам нечего и не на что ловить. Но у нас там, в Петербурге, есть хирург. Ой, как она танцевала, играла, шутила, и сейчас как танцует, играет, поет. Ну, а мы раньше к дамам мошты наводили, а теперь те мошты стоматолог нам рвет. Мы еще хоть куда, вот куда, мы не помним, но готовы мы к ней хоть сейчас подойти и из сил из последних все как следует вспомнить, чтобы с ней карнавальную ночь провести. Мы согреем для нее и огнием и ног, и рук. Кто не спрятался, я тут не виноват, не виноват. Или мы поедем с вами в Петербург, или мы вернемся сами в Ленинград. От нее мы все давно сошли с ума. Ты прости за эту наглость, Люся, наглость не порок. Ведь не девочка уже. Сама. Приезжай к нам в городок. Ведь не девочка уже. Сама. Приезжай к нам в городок. Что-то хочу сказать, вот вы все знаете, дело в том, что мы с Людой познакомились полтора года назад. Я играл Кису Воробьянинову в фильме «12 стульев», а Люда играла Елену Станиславовну Боннер. И вы знаете, у нас не была сексуальная сцена, я чуть не сошел с ума. Потому что это было, в общем сказать, до этого я только Юру Стоянова щупал, понимаете? А тут настоящая живая женщина.
Знаете, контраст совершенно сумасшедший. Другие ощущения абсолютно. И вот мы приготовили небольшой подарок. Да, это такое в знак нашего восхищения и преклонения перед вами такое наше представление о вас, наше и нашего друга Бори Иванова, художника. Оно вот такое. Господин Радзинский, гений, мой дорогой. Ну, я лишен был счастья знать Люсю долго. Лишен, потому что это счастье. И вот, когда она играла мою пьесу, я был счастлив. Я был счастлив. Вы знаете, я слышал один разговор, я его не понимал. И Эфроса, и Тарковского. Тарковский спросил у Эфроса: «Вы ставите мертвые души?» «Да». «У вас, конечно, Чичикова играет, я не буду его называть, артист Б?» Эфрос сказал: «Нет, не он. Б очень плохой человек». И Тарковский изумленно спросил: «А вы думаете всерьез, что они люди?» «А кто же они?» – спросил Анатолий Васильевич. «А они все», – сказал Тарковский. «Вот она все». Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане? Боевые спутники мои. Я хожу в хороший час заката возле новых ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный принесет. Мы бы с ним припомнили, как жили, да? Как теряли трудным верстам счет. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще. Эх, дороги пыли-то туман, холода, тревоги, да степной бурьян. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Степной бурьян.
и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, но мне кажется снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю, о чем. Мы вдвоем поздний час входим в комнату молчание. Сколько лет все у нас длится первое свидание. Все у нас с тобой по-прежнему, только годы катятся. Ты все та же моя нежная в этом синем платьице. Бьют часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет, ты мне так же будешь нравиться. Пусть пройдет много лет, ты мне так же будешь нравиться. Моя любимая. Первый раз встретились сходу. Ну, сходу, у меня просто слов нет. Я всегда думал, Ленин Маркович, мог ли я думать, простой ленинградский пионер, что я буду вас поздравлять с днем рождения в одном с вами дуэте. Спасибо. Блистательный художник и сценарист фильмов «Свой среди чужих», «Раба любви» – моя любимая картина, «Неоконченная пьеса», «Обломов», «Пять вечеров». Ну, он очень сложный человек. Сложный, потому что я не знаю, как с ним говорить. Он так... У него такой особенный дар – говорить такими словами уникальными, которые уже вышли из употребления. Я бы обратилась к тебе так. Послушайте, князь, я впал в такое положение в обществе, что наше малое и давнее знакомство не дает мне права на ваше посещение, если у вас до меня нет дела. В чем оно? Александр Адвашьян! Такой высоты постановку микрофона я уже считаю оскорблением. Мы были молоды, оба, подчеркиваю. Вот здесь сидит режиссер Роман Балаян, на картине которого мы замечательно проводили время вместе, выпивали. Происходили замечательные, как мне кажется, сейчас шутки, импровизации, в числе которых было то, что сейчас я по требованию Люси второй раз в жизни произведу на публике. Я сейчас прочитаю вам стихи любого поэта по вашему требованию на любую тему, которую вы потребуете. Они будут сочинены сейчас же и будут исполнены немедленно. Называйте, кого вы хотели услышать. Белоснов.
Белла Ахмадулина справа, раз. Маяковский слева, раз. Давайте, выбирайте ваше слово. Маяковский. Тема. Шило. Хорошо. Маяковский, Шило. Юбилей Людмилы Марковны Гурченко. Исполняется впервые. Я думал, что в этом прокуренном зале сидящие омерзительные рыла на меня глядячи думают, а что ему надо? Какой у него, извините, в жопе шило? На кой хрен сюда приперся, чтобы среди ее почитателей здесь на коленях штаны не протерся, клялся в том, что он избирателен, в том, что он чем-то необычен, что он на коленях приползти не должен. А я вам скажу, просто в харю плюну. Я такой, я могу, ты мне должен. Я, вы знаете, я не знакома с Земфирой. Я ее никогда вблизи не видела. Я видела ее только на телевидении. Я очень счастлива, что сегодня мы с ней познакомимся. Земфира. Обернитесь. Побежали летать.
Эльвира. И романтик квартет. Спасибо. Людмила Марковна, наряду с молодежью не надо забывать о мэтрах. Олег Табаков, Александр Ширвиндт. Надейся, никуда я не уеду, а иначе мы друг друга обездолим. Понимаешь, никуда я не уеду, лучше было бы тебе не знать, не ведать, чем проститься, чем расстаться с этим полем. Радость наша, я не вынесу разлуки. Ты мне пишешь, но плывут в тумане строчки. Понимаешь, я не вынесу разлуки. Ты спаси меня, избавь от этой муки. Или сердце разорвется на кусочки. Вспомни, Люся, все у нас не так-то просто. Шум проспектов и меня зовет и дразнит. Понимай, все у нас не так-то просто. В свою горницу зову тебя не в гости, а в МХАТ ходить мы будем каждый праздник. Чудо наше, я ни капли не тушуюсь, не робею, мол, деревня я простая. Понимаешь, я ни капли не тушуюсь, отдаю тебе любовь мою большую. И прическу незабудки заплетай. Как нужно тебя любить нам с Лёликом, чтобы после Саткилавы и Земфиры «Сто дней после детства» продолжаются сейчас для вас, дорогая наша Людмила Марковна. Сергей Анатольевич Соловьёв. Вот меня, так сказать, Бог с одной стороны обделил, а с другой наградил. Мы никогда с вами не работали. Это, в общем, с одной стороны, несчастье, потому что всегда есть огромное желание. А с другой стороны, ну, как-то вот не случается. Но я один из самых верных, преданных ваших зрителей. Я первый раз пригласил девочку в кино на ту самую в Ленинграде на карнавальную ночь. Первый раз. И первый раз я сидел... Значит, с девочкой в кино.
и думал сразу, вот я ее только пригласил первый раз, да, и думал, а зачем я это сделал? Потому что на самом деле мне так нравится та девочка, что я буду делать с этой девочкой, когда все кончится. И вот я вот так вот, так сказать, влюбившись тогда, до сих пор хожу верным вашим фанам. А самое главное, что меня потрясает, да, то, что вот, вот если, да, эту стенку посмотреть, это же не фильмы. Это эпоха, да, колоссальная эпоха, которую мы все вместе прожили. И вот в этой эпохе, Людмила Марковна, поверьте мне, вы сыграли одну из самых главных ролей. И эту роль вам не дали, не предложили. С вами не держи. Вы ее взяли у эпохи сами. Вы ее написали. Вы ее срежиссировали и сыграли. Сыграли с потрясающей тонкостью, с потрясающим умом, с потрясающей нежностью и талантом. Вы создали еще раз, через свою судьбу подтвердили волшебный миф об актрисе. И вот если говорить вот о звездах эпохи, да, вот из чего вот эти вот сверхглавные роли в эпохе, там, я не знаю, Володя Высоцкий, да, Гагарин, да, вот это ж мы жили в это время. Вот вы для меня вот такой же главности роль век, и век ваш в «Зените», он еще совсем не кончается. Я вас очень люблю. Спасибо. Вы знаете, я очень скучаю. Я скучаю по музыке в кино. Для меня музыка в кино – главная тема. Ну, и ты знаешь, это Чаплин. Коппола. Александров. Это Рязанов, правда? И знаешь, картина и музыка тебе напоминает все, и все, что с тобой происходило в это время. А сейчас и у нас, к сожалению, стал такой дробный монтаж, когда тема, она не успевает расположиться в фильме. Не успевает так. Вот, конец. Невозможно. Недавно я посмотрела фильм и познакомилась с композитором. Мне очень понравилась музыка в фильме «Статский советник». И мне вдруг показалось, что это может быть, это романс 21 века. Бог его знает, какой должен быть романс 21 века. Энри Лолашвили, Илья Епищев, Феликс Ильиных, статский советник и немножко я. Занесло весь мир к чертям. Боже, дай нам встать с колен, укажи дорогу нам. Наугад свой путь избрав, тату душа летит. Всех, кто прав,
кто не прав, смерть рассудит, Бог простит. В поисках минутной страсти, как мы далеки от счастья. Ирина Хакамада. Людмила Марковна, она может все. Она несет всю нашу культуру, все наши традиции, все наши воспоминания. И при этом бросает вызов новому поколению и принимает его. Принимает всю новую культуру, принимает все, чем живет сегодня молодежь. И принимает то непонятное искусство, которое они несут. Если бы мы все смогли суметь это сделать, наверное, давно бы уже жили по-другому. Я восхищаюсь этой великой женщиной и глубоко, по-доброму ей завидую. Сегодня с своими поздравлениями Петр Тодоровский. Хотел пожелать здоровья, многолетия, чтобы радовало наши души, наши уши, наши глаза. Здоровья, здоровья, здоровья. Она не только любимая женщина механика Гаврилова в моем фильме, она любимая актриса великой России. Мой зайчик,
мою, мою, бай. Месяц ходит высоко, спрячу слезы далеко в этот синий-синий свет, где ни слез, ни горя нет. Сердце хочет лететь от бед. Светят звезды высоко, спрячу слезы далеко. Если б мне достать рукой ваш серебряный покой, звезды очень далеко. Вообще без репетиции. Я просто услышала что-то знакомое и вышло. Мы не репетируем. Нет, не репетируем, конечно. Смысла и значения вижу я сейчас во всем, и в твоем прикосновении, и в молчании твоем. Мы огни вечерних зарева различаем далеко, легко нам разговаривать, и легко нам разговаривать, и молчать нам, и молчать нам, и молчать вдвоем легко. Петр Ефимович, ла-ла-лай, пара-дары-дары-дара, ла-ра-тай, пара-дары-дары-дара, ла-ра-тай-ра, ла-ра-тай-ра, ла-ра-фору-дары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 -
Когорта блистательных мужчин сейчас поет ремейк в честь нашего юбиляра. Ура! Да! На карнавале под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Я тронут между ласками, но поймав коварство в глазках, сделал я с вас мгновенно маску. Под маской леди красней меди торчали рыжие усы. Вечер в танцах карнавала, и руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Где потом мы были, я не знаю, только губы помню в тишине, только те слова, что убегая на прощание, ты шепнула мне.
Если лишь найди, если хочешь, приди. Этот день не пройдет без следа. А если нет любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. Что молчишь, дорогая, вниз ресницы склоня? Ты как будто чужая, ты не любишь меня. Мне в глаза ты не глянешь, не поднимешь бровей. Ты не знаешь, как мило я ранишь сердце мне грустью своей. Все мне родно. Тревога, ты со мной поделись. Дай мне руку, моя недотрога, милая, мне улыбнись. Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотела счастье мне с тобой найти, но, очевидно, не по пути. Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая. Потом знал я, что чужая ты для меня. Сядь со мною рядом, рассказать мне надо. В этот миг хочу сказать тебе одной, что с первой встречи давней ты была всегда мне бесконечно милый и родной. Я люблю твой ясный взгляд, простую речь. Я люблю большую дружбу наших встреч. Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, не тая, что я люблю тебя. Скрывая, не тая, что я люблю всех вас. И улыбка несомненья вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше. Танцуют все! Субтитры сделал DimaTorzok.